Девятиклассники к 2020 году будут сдавать 6 выпускных экзаменов. Раньше выпускники 9 классов должны были сдавать 2 обязательных предмета – русский язык и математику, и 2 предмета по выбору. Но с прошлого года сдача предметов по выбору стала добровольной, а добровольно подростки на экзамены не пошли. С 2016 года Министерство образования решило сделать экзамены для 9 классов обязательными. Количество сдаваемых дисциплин будет увеличиваться каждый год. Всего будет 2 обязательных экзамена – математика и русский – и 4 предмета по выбору.